Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как делать простую оснастку для ловли налима. Ничего сложного нет, собирается практически на коленке. Для этого нам понадобится леска. Я возьму такую тягру 0,4 мм. Буду делать оснастку съемную. Можно вязать оснастку прямо на основной леске. Ну, я предпочитаю все-таки съемную. И к основной леске у меня стоит плетенка на фидере. И цепляю просто посредством карабина застежки. Вот. Ну, многие делают просто, берут мотовило, наматывают там метров 10-15 лески. И груз, крючок, то есть поводок. И все это забрасывает. Налим, он в ночное время, когда малька собирает, он подходит очень близко к берегу, практически кромки воды, береговой кромки, то есть его можно ловить, далеко не закидывая. Для этого нам понадобится, значит, возьмем где-то полметра лески, чуть-чуть побольше запасом. Вот, на один конец подвесим, привяжем карабин застежку, с этой стороны тоже. Хитрыми узлами вязать не буду, просто повешу на петельку, как я это всегда делаю, и ничего плохого я в этом не вижу. Также два раза продеваем, сделаем как бы восьмерку, два раза продели. И затянули. Узелок не будет, забываем смачивать. Вот. Лишнее сразу отрезаем. Посредством вот этого карабина будет вся оснастка крепиться на основную леску. Далее берем, отступаем, берем где-то полметра, полметра, даже можно немножко поменьше. Сюда берем трехунцовое грузило, это почти 100 грамм. Ну, опять груза подбирается под силу течения, течение везде разное, нам достаточно трехунцовое грузило. Далее сюда одеваем бусину, чтобы груз при забросе не стучал по узлу и не разбивал его. Вот, еще и дырку попасть надо. Вот, попали в дырочку, значит. Здесь сюда опять вот все это свободно ходит на леске. Сюда опять вяжем карабин с застежкой, чтобы ничего у нас не перекручивалось. Оснастку все-таки я сделал немножко покороче, полметра много, потому что, и опять же делаю такой узел, чтобы карабин у меня висел просто на петле. Почему сюда вешаю карабин? Многие вот смотрю, вешают сюда просто за, то есть просто вертлюжок, и поводок привязывают наглухо. Чем это плохо? А плохо это тем, что налим заглатывает достаточно глубоко. Но, опять же, оговорюсь, если сюда привязывать просто поводок наглухо, это вы когда донки кидаете, вечером кинули, утром пришли, проверили, то это ладно, да. Но когда вы рыбачите
постоянно, то есть вы постоянно находитесь около фидеров, постоянно проверяете, и, не дай бог, поклевку проморгали, то есть крючок придется вам извлекать, ну, грубо говоря, с одного места. Вот. А тут просто, чтобы не возиться, поводок раз, отстегнули, и все готово. Другой поводок пристегнули, у вас все готово. То есть оперативно поменяли, закинули, и дальше можно возиться с этим наливом. То есть извлекать поводок, либо бросить его просто в садок и уже этим заняться дома, потрошить его. Вот, в принципе, оснастка вся эта готова. Здесь у меня получается застежка, которая будет крепиться к основной леске. Далее идет 3-унцовый груз, свободно скользящий. Сюда можно было повесить тоже бусину, но так как все-таки нагрузка будет идти на эту сторону, сюда я бусину не повесил. Но можно было и повесить на всякий случай, как бы ничего страшного не будет. Вот. Карабин, груз. Далее идет у меня вот такая бусина. Бусинка, кстати, светится. Далее идет у меня опять застежка с карабином. Собирается все быстро. Вот она сама оснастка. И сюда крепится уже поводок. Поводок я заранее приготовил. Крючки, наверное, все знают, как вязать. Так, чтобы время зря не убивать. Крючки я взял вот такие, вот, какие у меня были. Крючок такой вот достаточно крупный. Сейчас поводок берется тоже где-то сантиметров 40. Больше не надо, меньше тоже. 30-40 оптимальная такая длина. Вот крючки я взял вот такие. То, что у меня было. Видно, блестит, наверное. Ну, короче, вот такие вот крючки. И наш поводок мы крепим просто сюда, в застежку. Все. Просто одели, застежку закрыли. Все, наша оснастка готова. Это самая простая оснастка, которая есть. Еще раз повторюсь. Застежка с ретлюгом. Груз 3-унцовый. Бусина. Второй карабин. Застежка. И дальше идет поводок сантиметров 40 с крючком. Крючок насаживается как наживка, так резко мелкой рыбки, либо черви. Все. Всем пока. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи.